Познакомьтесь с Майклом Новоградцем, предпринимателем, инвестором, бывшим менеджером хедж-фонда, энтузиастом криптовалюты. Майкл, иногда известный как Нова, был воспитан в Вирджинии, США. Он учился в Принстонском университете, имеет степень бакалавра экономики. После колледжа он служил в армии США, но решил построить свою карьеру в области финансов. Его первый опыт был в Goldman Sachs в качестве продавца облигаций. Работал в нескольких странах внутри компании. В 2002 году он присоединился к Fortless Investments. Работал в компании на разных должностях до 2015 года. Также с 2010 года он работал в FIT инвестиционного консультативного комитета Нью-Йорка. Он делает инвестиции в биткоин лично и очень позитивно относится к криптовалюте. Он признал, что его активы в размере 20% находятся в криптовалютах.